На Украине вступил в силу закон, выводящий на новый уровень церковный раскол. Каноническая православная церковь должна сменить название. На это отведено 4 месяца. По сути, ультиматум. Смена названия немыслима. Не смена приведет к снятию государственной регистрации. А это прямая дорога к тому, например, чтобы отнимать храмы. Всем же понятно, чей тут прямой интерес. Церкви, той самой Стамбульского прихода. Раскольников, которых Порошенко сделал своим предвыборным проектом. Как раз сегодня вечером объявлено. Президентская кампания на Украине стартует 31 декабря. Сами выборы 31 марта.